Добро пожаловать в обычный центр детского творчества самого обычного поселка Яя. Это наш директор. Это завуч. А вот эти люди работают здесь уже более 20 лет. Я устроился сюда относительно недавно, 5 лет назад. Меня зовут Игорь Алехин. Для друзей Игорь, для коллег и детей Игорь Александрович, а двое молодых людей-студентов называют меня просто папа. 5 дней в неделю к 8:30 утра я иду на работу. Это история моей жизни. Кстати, я педагог дополнительного образования. Энергичный, творческий, увлекающийся, стрессоустойчивый. Каждое слово про меня. Ну, почти. 5 лет назад я решительно изменил свою жизнь. Ушел из районной газеты, где успешно проработал 22 года. И пришел в Центр детского творчества. Вы спросите, зачем я это сделал? Я вам отвечу. У меня подрастали мальчик и еще один мальчик. Их жизнь очень волновала и интересовала меня. И мне захотелось узнать, чем сегодня живут мои дети и их сверстники. Что их особенно занимает и беспокоит. Оказывается, детская жизнь не менее увлекательна, сложная и интересная, чем жизнь взрослого человека. Вот поэтому я и оказался в Центре детского творчества.